Доброго времени суток. Мои подписчики не перестают удивлять. Подбросили обратно очень интересную, такую ценную для меня, как блогера, освещающие БТГ, электромобили, все, что связано с электроникой. Новую, как говорится, информацию, свежую, которую только-только вот она появилась. Я живу в Украине. И не все, конечно, мне нравится здесь, но то, что сейчас происходит с электромобилями, это просто радует. Ангар Чедемов, то есть чардж зарядок для электромобилей. Смотрим. Мне предоставил эту информацию Вова Папи. Вот он. Ссылочка. Смотреть с третьей минуты и включаем, смотрим. С третьей минуты. Чедемо, что это за армия? Это армия зарядок по Украине. Вся станет в течение месяца. Сколько здесь? В течение месяца армия зарядок. 125 штук. Для Украины это довольно-таки большое количество. Ну, то есть, как бы многие думают, что это типа фигня. Но на самом деле это огромное количество, поскольку столько электромобилей у нас нету, чтобы на каждой фактически заправке, допустим, Киев-Одесса будет стоять несколько заправок электро для электромобилей, для электрокар. 100 плюс. Да, скоростные зарядки по 50. 125 штук. По 50 киловатт. 50 киловатт. Это скоростные зарядки, которые будут стоять для электромобилей. Подожди, это и Чедемо, и есть некоторые суперкомбо. Блин, это дорогущие зарядки. Да, дорогущие. Каждая зарядка стоит 10 тысяч долларов. Сколько Чедемо зарядка стоит? Ну, их не участники не берут. А вот это вот такие, которые не скоростные. Ты видишь ножки к ним, мордочки к ним, видишь? Есть еще не скоростные зарядные. И они все будут с ножками. Это очень удобно, потому что... Это огромный ангар, канал Tesla Service Киев, вот, и вот они показывают. Я пару раз смотрел их видео, довольно-таки интересное видео он снимает про Tesla мобили и также вообще про автомобили. И вот мне вот очень сильно понравилось. Это фирма, которая занимается конкретно настройкой этих чардж-зарядок для автомобилей, электромобилей, вот. Потому что это там, смешно, естественно, что... Это неприятно. Да, он грязный себя загнали. Да. Мы готовимся к глобальному этому самому. То есть это в течение месяца эти заправки будут стоять уже по разным точкам между городами в Украине. Вот. Ну, какая-то часть будет в Киеве, какая-то между Одессой и Киев и так далее. То есть это только начало. На самом деле все будет огромными... шагами семимильными, это все будет развиваться. Это то, что я вот позавчера снимал видеоролики, что до 2040 года вся фактически Европа перестанет выпускать ДВС, двигатель внутреннего сгорания. Но фактически до 2020 года, чтобы вы все знали, вся Европа, городской транспорт, внутренний городской транспорт фактически будет ездить или на гибриде, или полностью на электрике. То есть все автобусы, метро, и так, ну, метро и так на электрике, имеется в виду такси, все будут электрические. Внутренние, даже те, кто ездит по городу, их заставят ездить на электрике, для того, чтобы не загрязнять окружающую среду. То есть будущее наступает. Это то, о чем я говорю. К наступлению. Блин, ну 100 чадема на Украину, это реально... Это больше круто, это правильно. 125 штук. Вот это вот, это 50... Саша, первый раз понравилось, что все не дадим. Да. Да. Вот они их просто сейчас обновляют, ну, перед... Они их настраивают, корректируют. И совсем другой софт. Потом что делают? Они сразу же
Этот ангар находится, эта фирма в Киеве. Вот, ну, вот такое. Я ссылочку поставлю. Кто хочет более подробно посмотреть это видео, можете посмотреть. Ну, вот такая вот новость. Я просто счастлив и доволен, что это семимильными шагами уже внедряется даже в Украине. Всем всего хорошего. До свидания. Пишите комментарии, ставьте лайки. Что вы думаете по этому поводу? Также я сейчас сниму видео, покажу о том, что в России также идет настройка и перестройка к тому, чтобы и шли, приближались к электротранспорту, электромобилям. Вот сейчас будете видеть. До свидания.